ترادە و کرامەتە بەڵامهژی باوج سربەیی و سربەستی سرفاززی و شرافە خڵومکی نەبی ببین. Масуд Барзани родился 16 августа 1946 года в день основания Демократической партии Курдистана. В этой связи известно его высказывание «Я был рожден в тени курдского флага в Мехабаде, и я готов служить и умереть ради этого флага». Масуд Барзани родился в Мехабаде, где его отец легендарный генерал Мустафа Барзани был главнокомандующим армии Мехабадской республики, провозглашенной в 1946 году в Иранском Курдистане. Когда республика пала, Мустафа Барзани, вместе с пятьюстами своими верными соратниками, перешел в СССР, а Масуд Барзани с остальной частью семейства и тысяч членов племени Барзани возвратились в Ирак, где они были высланы в южные регионы страны. После падения монархии, в 1958 году он и его семья, переехали в Багдад. Новая республика во главе с Абдулкаримом Касемом, приветствовала возвращение Мустафы Барзани и его товарищей в Ирак. В то время Масуду Барзани было уже 12 лет и он, после долгой разлуки встретился с отцом. Через некоторое время все семейство, вернулось в родовое село в Барзан. Они нашли свои дома разрушенными. Через короткое время иракские власти, возобновили репрессии против курдов. Не имея никакой другой альтернативы, Мустафа Барзани и ДПК начали вооруженную борьбу, в 1961 году, чтобы отстоять права курдов. В возрасте 16 лет Масуд Барзани оставил свое образование и присоединился к Пешмерга. Молодой Масуд, в эти годы, был под глубочайшим влиянием своего отца. Проводя время в горах с отцом, он перенял от него навыки лидерства и сострадания. Многолетний опыт борьбы в горах закалили его характер, превратили его в народного лидера. Это сыграло роль, когда он выдвинулся в руководители Курдского национального движения. Руководство ДПК вскоре доверило молодому Масуду и его брату Идрису провести переговоры в Багдаде о предоставлении автономии региону Курдистан. Соглашение было подписано в 1970 году. В 1975 году, когда иракское правительство в очередной раз изменило своему слову, курды возобновили вооруженную борьбу. В те нелегкие годы Масуд Барзани продолжал находиться рядом с отцом. В 1976 году, произошла реорганизация ДПК, в это время Мустафа Барзани был на лечении в США, а Масуд сопровождал его. В конце 1978 года, Масуд Барзани, чудом пережил попытку убийства в Вене, когда он возвращался в Курдистан. Долгие годы Масуд Барзани, занимал высокие посты в ДПК. После смерти Мустафы Барзани, в марте 1979 года, на девятом съезде ДПК Масуд Барзани был избран, новым президентом ДПК. После этого он еще трижды на съездах ДПК переизбирался ее лидером. Хотя Масуд Барзани не имел возможности получить образование, его природный острый ум, любовь к чтению и изучению политической и военной стратегии, помогло ему реально оценивать сложные международные процессы. Весной 2017 года, готовящийся завершить карьеру Барзани, решился на последний и самый важный в своей жизни и в истории Курдистана шаг, он призвал к проведению референдума о независимости. Когда же придет подходящее время для референдума? Если мы будем ждать одобрения других, то подходящее время не настанет для нас никогда. Только народ Курдистана имеет право определять время референдума, отвечал Барзани. 25 сентября 2017 года был проведен судьбоносный референдум о независимости курдского региона Ирака. Его результаты стали ошеломительными, более 92% голосов, в том числе жителями спорных территорий, были отданы в поддержку независимости Курдистана. Еще более ошеломляющей стала реакция на него Ирака, соседних стран и мирового сообщества. В ноябре 2017 года, Масуд Барзани, как и обещал, сложил свои полномочия в качестве президента региона, оставшись главой ведущей партии Курдистана и самым признанным на международном уровне курдским лидером. Сейчас, спустя почти четыре года со дня проведения референдума, Курдистан вновь наращивает развитие. Его возглавили достойные наследники, президент Ничерван Барзани и премьер-министр Масрур Барзани. Но отважный и мудрый политик, 75-летний Масуд Барзани, продолжает вести свой народ к главной курдской мечте, мечте, которой была посвящена вся его жизнь.